Всем привет! Днепр на связи, 18 июля, 00:55. Через 5 минут должны выключить электроэнергию, так что надо успеть все, друзья, прогрузить. Что по обстановке? В общем, у нас сигнал воздушной тревоги продолжается, который начался еще в районе 10:30, не помню точно. Серия взрывов в Каменском, бывший Днепродзержинск. Были беспилотники типа «Шахет» и «Нижний Герань-2», летали прямо над городом. Часть беспилотников сейчас летит по направлению к городу Днепр, Обуховка, угроза. Ну и, в общем, такое. Взрывы так звучали в Киеве. Над Киевом сбивали беспилотники. После одного из взрывов вызвали спасателей. Вроде как в Дарницком районе между жилым домом и учебным заведением возгорание. Сейчас пишут, что спасатели приехали, но никакого возгорания найти не могут. То ли уже само погасло, то ли исчезло. Вот такая, друзья, обстановка. По свету продолжается очень плохая тенденция. Горят трансформаторы, в частности, вот. И в комментариях я читал, и мне знакомый написал, что на Победе сгорел трансформатор, и людям сказали, что свет будет аж 19 числа. Короче, и у меня в районе есть люди, которым свет еще не включили, там уже, блин, более сколько, 30 часов с гаком. Тоже какие-то проблемы. В общем, все, друзья, не так хорошо. И сейчас еще читал новость, что вроде как попытка России была продвинуться в Сумской области. Был мощный артобстрел приграничных населенных пунктов. И затем ДРГ начали заходить. Ну, вроде как был бой, отбились. Но среди наших есть 200-е, есть 300-е. Вот такие дела. Короче, что-то воно робится. Сейчас свет отключат, и изначально должны были в 5 утра включить, а уже будут включать, сказали, в 8, до 10, 2 часа свет, а потом опять вырубают, и фиг знает, когда включат. Так что, друзья, берегите себя, берегите своих близких, и до нового выхода на связь.